Большинство молодых людей в Казахстане малоактивны. Они не знают многого о социальных и экологических проблемах. Они не вовлечены в жизнь своей страны. Им нужен только телефон и социальные сети. Но почему бы это не использовать правильно? Плата — это информационный медиаресурс. Мы информируем о социальных проблемах. Мы мотивируем к их решению. Две платформы распространения информации. Более 100 активных пользователей. Более 3000 просмотров. В будущем Плата станет устойчивой базой молодежи. И благодаря нынешним медиаресурсам и платформам мы сможем заработать для того, чтобы продвигать и развивать наш проект. И для нас это только начало.